Всем привет, друзья! Перед началом данного ролика я хочу вам пояснить некоторые моменты. В данной игре представлен вариант, что такое макропонимание игры. Да, именно макропонимание игры и почему это главный аспект понимания игры. Главный. Заметьте, главный. При плохом микроконтроле мы можем делать такие вещи, которые, в принципе, могут делать игроки выше среднего уровня, реально. Вот просто посмотрите эту игру. Конкретно в этом матче, где мы играли против Игами, там был отличный вивер, который собрал Аганим, который работал на подсейв, на свою команду. Хороший Омник, который всегда раскидывает репел. И очень хороший Магнус, который отлично держал свою позиционку. Но! Есть одно но. При плохом микро, конкретно у меня не лучший микроконтроль, но отличное макропонимание игры. Они не смогли выиграть эту игру. Я не скажу, что я ее соло затащил эту игру. Нет, безусловно, моя команда сделала все возможное, чтобы выиграть эту игру. Но мой деф на моем макропонимании и на моем сплитпуше помог завоевать нам общую победу просто всей командой. Ребят, не хочу сказать, чтобы вы меня хвалили, просто я хочу показать, насколько важно понимание макроигры, нежели микро. Я не попал ни одним санстрайком, я не попал ни одним прокастом. Но, тем не менее, с помощью сплитпуша и отличного дефа от макропонимания и держания позиционки на инвокере, мы смогли добиться общего результата и выиграли эту игру. Ребят, посмотрите, проанализируйте и оставьте обязательно комментарии. Просто, чтобы думать по этой игре и, в принципе, по этому видосу. Пожелаю всем приятного просмотра. Ох, шатигай. Что у нас по пику? Можно через нулик пойти. Гвардецкий есть. Что у нас по пику? Некр. Сларки. Ну, лайт потенциал есть. Да, по фану. Чё, чё париться? Фанимся, дело такое. Ух, не, надо закрывать. Страшно, вырубай. Вот сюда. Не пойдем на низ. Дефолт слишком. Не устал на инвокере играть? Да нет. На инвокере прикольно играть. Инвокер такой вариативный персонаж, который позволяет муваться как хочешь, куда хочешь, зачем хочешь. Ой, боже. Сейчас бы в 3 утра в доту играть. Пару каток сыграем для видосов, типа зарубы стримеров, просто по фан, по фанчику. Сейчас будет драка. Хорошо. Найс, excellent. СФ на меду. Подраться бы с ним сейчас. Разменять хп немного. СФу нельзя ничего давать тут. Вообще. Ты где идешь? А, он наверх поднялся. Вебсайт. Ну, да мы же что-то хватат. Что там у тебя? Фига ты ласт хитер. Мама, вырубай. Я у мамы ласт хитер. О, у нас ШД, кстати, можно под астрал. Неплохо мутить. Отлично.
У меня бинды нет. У меня вот нету биндов. Надо сворачиваться. Бесит эта тема, что когда выходишь, заходишь, потом биндов нету. Если честно, вредятина. Ты шо, задрот что ли? Задрот на сейфе? Каелы по КД дает. Маны нет, но вы держитесь. Сбить бы ему эту ману. Гоу. Хил. Хорошо. Ну, койл там вообще не щадит, просто койлы душит и все. Что делает? Ох, что ЕСФ. Хладнокровие зашкаливает. Тактику через алакрити погоняем. Хорошо. Ну, разменчики. Хорошо. Что он так агрессивно сыграл, просто хз. Слишком уверенно он попер. Алакрити уже откатился. Мне бы стик здесь. Быстро задушить. Эх, ладно. Отойду. Гоу-сцешку. Гоу-стик возьмем на всякий случай. Хорошо. Найс. Неплохо, пуш, что же. Я смотрю, по таймингу можно подойти, забрать, но, честно, смотрю, если буду еще стоять... ластхитить крипов, то у меня ничего не выйдет. Просто. Ничего не выйдет. Vantage Gate Web Street. Не знаю, я вообще на расслабоне так сижу играю. Просто, ребят, чтобы там не душили в комментах потом. По фанчику. С Вовчиком. Почему нет? По фанчику. Хорошо, пойдет. Просто откидывается. Про омега комбинацию. Сумия представляет. Хилимся чуть. Сейчас. Надо будет чуть подзадрочить его. Много хп. Промах. Промах. Классика жанра. Просто решил на койлах фармить. 60, все. 13-я минута. Сейчас 7-й апнем и гоу. О, РП, серьезно?
РП потратил. Но не видел я. Мог чуть-чуть отмансовать от этого, но, честно, тут снизу просто пришел, видишь, на нету, не знаю. Пришел, подсейвил. Жалко. Как раз я такой тайминг еще выгадал, чтобы на СФа напасть. Засранец. Блин, хилка не долетела. Ладно. Ничего страшного. На СФ, не знаю, я СФ вообще не чувствую, в принципе. Несмотря на то, что я по крипстату лажаю, я типа релива не чувствую. СФа. Там не задрот. Там не задрот. Там Vision стоит. Ты чё? Вот ты мокоч. Коры вообще мочат. Подойди, просто пили. Ой, лохо. Ладно, но это коротко о том, какие мне ганги делают и какие я делаю СФу. Классика жанра. Просто коры мочит. Уже не могу ласхитить. Надо вижен здесь поставить. Будет комфортабельнее стоять. Тогда медасы копейки остались. Дофармить резче. Отойти. Хорошо. Go. А что за руна была? Что я прогулял? Ага, руна нет. Понимаю. Гоу лес станем. Да, сделаем свой. Суицидься. Фидер. Что пуш. Ну, старт на самом деле такой себе, ребят. С этим Магнусом. СФ на бустах немного. У меня пуш пришел, не может пилить просто. Сложно, наверное. Да, я вижу. Дасты есть, дастов нет. Гуляйте, Васи. Гуляйте, пацаны. Не получится ничего. Сыпок есть, можно поесть. Вир гоняет там. СФ 700 хп, сало 500. Сейчас сало только бы конец сразу в таверну отлетает. А, СФ бы канул. СФ бы канул, в таверну отлетел. Так, что там у нас? Пуджи фидит. Go Vision возьмем здесь, попробуем на СС посадить. Что ты там не кликаешь? Не кликай. Вообще не кликай в мою сторону. Ой, ужас. Ладно, фармим дальше. Левел поднимаем. Ну, вивер, типа, не хочу подходить на вивера. Или... О, боже. На команде, что ли? Оу, так он-то что, не один? Ну, что-то мне показалось, тут по таврам кто-то ходит. Аж перепугался. Перепугался аж. Нормальком. Вард поставил. Гоу прокаст. Так, санстрайк оставляем, поехали. Магаз, курочку. Поинт бустерок. Эй, неужели я тут минуты назад был? Лол, так быстро время летит. Просто медасим. На мид выходим. Душим.
Жаль, тут эксп немного просадили. Голдишку больше сажаешь, чем эксп. А так нормалек. Просто вагоним, выходим из икатка. Опа, глобалочка. Что там по хитпоинтам? 700 хп. Сот хп. Резко так. Курить пока. Пока курите, братцы. Ага, я понял, с пуджом все понятненько. Типа такой прикольный чел. Прикольный чел. Гоу, сало найдем. Хочу сало найти. Магнус, даггер. Боже, перефит. Квас, двоечку. СФ. Аквилу взял. Вот это правильное решение было со стороны СФ взять аквилу. Да, верно. Умник тут не затанчит сильно. Умник по-любому выхиляет. Так, есть. Твивер, по идее, под кустами у нас должен быть. Может он может смело просто зайти под тэшку. Да, о чем я говорю. О, Магнус еще. Да, надо было сразу уйти отсюда. Смело, они вообще смело могут сюда заходить, они по домникам могут делать вещи. Тем более там Магнус на бусте. Магнус молодец, хорошо выфармил с харды, пришел на очень хорошо отыгрывать свою третью позицию. Прям мне вот здесь варда очень сильно не хватило, прям очень-очень не хватило варда мне там. Прям вообще... тот момент, когда четко по таймингу еще вард несет, вот тут вард будет стоять. Надо сразу снять его, потому что мне будет тяжело, мне нужно подфармливать споты. Не хочу, чтобы мне заходили. Ой, СФ будет сейчас походу в юлу ходить. Блин, ну типа мне надо вот так вот делать. Сто процентов. Не с Г, идите сами. Это у меня своя игра. Просто чекайте, ребят. Бзи. Просто изи. Читабельно. Я просто эти кампы никому не отдам. Гоу. Да боже. Глобалка. Магнус. Нет, нельзя вставать. Они тут себя как у себя дома чувствуют. Пришли в пятером душить. Мне нужно это кайтить. Пуч, ты можешь что-нибудь сделать? Ладно. Вивера очень боюсь на самом деле. Ты Магнус настоящий или это иллюзия? Я не пойму. Боже. Что за бред? Они в пятером все стянулись? Это иллюзия. Они просто ко мне их стягивают всех сюда. Уйдите, плиз, мида, ребят. Или вы заруините. Вы мне их стягиваете сильно. Они просто ко мне всех стягивают. Мне вообще сейчас нельзя трогать. Просто рили ко мне стягивают очень сильно. Все линии фидят. Ну, Магнус очень много решает тут на самом деле. Тут рили Магнус решает, я хз. Молодцы. Просто ко мне всех стянули, зачем-то пуш юслесный. 0.5 просто бегать ничего не может. Это временно на самом деле. Просто мне нельзя сейчас фидить. Вот если это фид будет уже 15 минут, у меня до сих пор аганима нет. Просто. Они ко мне их стягивают просто и все. Далее подфармливать. Мидас с большого крипа и поехал.
Что ты хочешь? Ты мне помогать, что ли, решил? Помойка, а? Просто помойка на некре. Рипера даст ему сразу, улетит чел. Фармконтора с действием. Хорошо. Типа ситуация говно на самом деле. Они могут смело сейчас забирать рошу и идти овнить. А то ПСФ, все, пусть там пусть смело дохнет. Нам вард нужен, которого нет. Угу. Скорее всего, вард воткнули. Я ССшку дам. Душите. Смело ССшку дал бы. Не буду рисковать. Блин, нам надо было рискнуть. Надо было СС туда и Торнадович Метеоритович дать. Надо было. Надо было. Я свою экспу беру. В любом случае. Гони. Хорошо. Голмит Тауэр выйдем. Пока они не сломают. Они, у них слаженная комбинация какая-то есть. Агнус там заряженный. Ю. Не даст. Хорошо. Разменялись. Доминейт забрал я с него. В любом случае это плюс, нежели минус. Пойдет. Вивер помог, я бы в инвиз сейчас ТП инвиз сделал бы, если бы чуть-чуть времени побольше было. Ну чё там, команда? Почему-то только я отыгрываю. Ну хз, типа, рили, ну тут солочка будет. Соло. Вивер аганим делать, это плохо. Нужно будет хекс делать какой-то. Чё, пацаны? Что делать будем? Потеем. Сейчас дагер почуть, на топчик пойду. СФ меня с Юла собрался бахнуть тогда. Сейчас. Фордж стоит. Колдснап стоит. А тут вард стоит. Держи в курсе. Я удивился, что у меня не два форжа-то поймалось. Неужели у меня квас двойку до сих пор? Вот она, тройку. Сало проблемой будет на самом деле. Они на низу. А, ТП сделал. Хорошо. Дальше идем.
кустов вставляю на линию. Сам ли сам. Сейчас дагерок сделаем. Будем поактивнее играть. Не знаю, просто афкашу пока. ЛБ. Так, профитни. Скорее всего, Рошан будет. Да. Не успел, ребятки, не успел. Прочитал, но не успел. Они сдефятся. Хорош промахиваться. Ты что, куришь что ли что-то? Боже. Загоняют. Я пока не встаю. Дай лапам верну. Свинота. Магнуса еще нужно остерегаться. Магнус где-то стоит. Вообще нельзя подходить. Магнус, наверное, на ХГ там стоит, вот здесь вот где-то. Типа, ну а где им еще стоять? Вон он внизу идет. Видел я. Опа. О боже, что я дал. Боже, я такую хрень дал сейчас. Такую хрень что-то дал. Такую хрень дал. Что? Подождите. Я не попал? Серьезно? Боже. Так, ну 2К есть. Ну что там Аегис еще? Боже, Аегис гем.
мана не было. О боже, как же я туплю. Это я в рот едел все вот это дело. У Магнуса хотя бы не встановлюсь. Не знаю почему, вообще ничего соединить не могу. Боже, надо было ему дать глобалку. Печалька. Сейчас будем ХГ дефить. Конечно, Магнус там шаристый. Это напоминает топ ТБ в одни ворота на самом деле. Когда все действия, все карму ловишь, не карму ловишь, какие-то плохие тайминги. Сам как нет, нет, от ХГ. От ХГ. От ХГ надо дефиться. Не идите там дефить, что вы там будете дефить? Алло, ДЦП, ДЦП. От ХГ сказано. Что ты там будешь дефить? Там нечего дефить. Хука ни одного за игру не видел. Как и метеоритов, и прокастов и прочее. Гоу, иду. Книга есть, можно поесть. Мы на ХГ долго можем сидеть на самом деле. Попал. Нельзя. Все, отпустили, да? Один Магнус остался. Первый хук. Равно смерть. Факт, что у меня бы там что-то вышло, но тем не менее, можно было попробовать нажать что-то. Надо уходить отсюда. Слишком опасно. Карты не видим. Манта, Ю. Молодец. В лейте будет тяжело-то. Ну, как и нам, в принципе. Нам будет тяжело позиционку поймать от Магнуса. Там инвизом нельзя пользоваться под вивером. Понял. Да, РП в одного ставь, хорош.
петушки. Но они тут сдохнут. Я байбекаться даже не буду. А чё вы его, как вы его отпустили? Вы чё, рофлите? Вы Магнуса как отпустили? Алло? Как вы, не, как вы всех отпустили? Там гем. Гем там. Как, вот как они, я не знаю, это чисто рофлы какие-то. Не хочу Юл делать, хотя Юл тут бы сейчас зарешал. РП в одного, это ГГ. Ты настоящего бил, держи в курсе. Так, ГГ, ребятки. Рошан есть. Рошана этого нельзя прогулять. Этого Рошана прогулять нельзя. Хотя бы кнопки какие-то нажать туда. О, мне глиммер тоже нормально. Мне кажется, я тут сейчас сдохну. Просто. Магнус, интересный РП есть? Почти. Глобалка. Стал краешком. Важно сейчас позиционку не потерять. Он сможет накрыть всю эту конту. Тут Сларк игру делает на имбе. Хотя 3-5 тоже. Они позиционку потеряли как-то. Пацаны-то. Ну, мы, в принципе, наше дело в лейт выйти, а дальше они там пусть что хотят, то и делают. Они там в лейте не выиграют. В лейте у них шансов нет. Магнус. Магнус уже силы потерял, он РП в одного поставил один раз. Перепотел. Иду, пацаны. Только надо медаться в крипа закинуть. Это традиция передбоевая. Передбоевая традиция. На вивера не хочу ничего нажимать вообще. Сейчас день. Под фармом. Нечего там стоять АФК на миде. Пусть сами идут, у нас есть Аегис. Можно, в принципе, быкануть по-страшному. Сейчас они только позиционку потеряют. Таймлапсом. Сейчас позиционку пусть потеряют. Понимаю, конечно.
конечно. Я тут не уйду, если сейчас сдохну. Такое дерьмо. Боже. За Сларком впрёкся. Блин, это трипл, это что за вещь вообще? Просто невозможно. Байбаку не буду давать. Они на противных персонажах просто жесть играют. Жесть, я как я не хочу его это делать. Хекс бы. Крипы еще, наверное, стоят лохповы. А, он забрал их. Понял. Где варды? Варды нету. Сот голды осталось до моего айтема. Что я сделал? Я, боже, я не понимаю, что происходит. Я умру тут. Надо поменять. Я просто привык постоянно тащить соло на данном персонаже, и я неправильные кнопки даю вообще. У меня вообще не то стоит. Нужно играть на Сларка. Нужно иметь Blast, Alacrity и Торнадо. И Cold Snapить иногда. То есть тут только так играть, по-другому. То есть это уже это другой уровень игры. Это не тот уровень игры, когда... То есть тут, ну, нет тут так дефолтного Магнуса, который никого ничего не может там попасть. То есть тут есть определенная стратегия. SF, который там бегает, на SF все это дело идет.
А, он сейчас глимпсанет, свой глимпсанет, таймлапснется. Какой смысл? То есть тут нету такого дурачки, вот как вот это. Ну тут посложнее, то есть это уже второй уровень игр. Боже, сейчас бы в 5 утра ТБшку играть. Жесть. Надо дофармить. Они третьего Рошана будут ждать, пытаться заходить. Они не могут с Рошаном зайти. Он РП не может поставить. Нормальные. Ну, Макс. Спасибо за подписку. Гейм Мистик там просто сейчас в этот будет выходить. В Хекс, наверное. Так, есть. Викториниус. Только чем он мне поможет? Типа я вообще кнопки не даю, держите в курсе. Я вообще очень слабо отыгрываю. Просто тут по факту. Там РП Сларк поставит, скорее всего, не выиграю драку. Стеночки, алакрити, колдснапчики, чисто что-нибудь раскидывать, потому что кнопки 4 я не нажму, мне не дадут эти кнопки нажать. Там Юла, там всякая прочая хрень. То есть тут тупо разводить на самом деле. И все. Я даже торнадо попасть не могу. Надо на байбек нафармить. Вообще надо тут Мидаса закидывать. Мидас тут некуда закидывать. Йоу, побежали. На байбеке фармить надо. Рошан есть. Пропушу. Крипов оставлю. Форжи, чтобы их. Опа, Магнус собрал какой-то урожай. Кто там живой еще, интересно? Понял. Я бы на самом деле вот эту линию пошел бы далее. Четвертый левел.
Вивиру его возвращает по КД. Просто. Сларка и Эк. Оп, окей, с руки. Магнус РП. Я сыр не успею нажать, да? Такая банальщина. Мне просто не в кого кнопки давать. Я вообще ничего не даю. Просто не в кого давать. Там все в БКБхах. Магнус ловит РП. Я сейчас не думал, что сейчас в РП встанем. Но тут скорее всего луз. Ларк один не потащит. Я ничего не делаю вообще в игре. Вообще ничего не делаю. Вообще ничего не делаю. СФ на репеле и ГГ просто. Хекс надо фармить. От хекса пробовать плеить. Если хекс будет, шансы есть. Просто шансы будут, если будет хекс. А так шансов нет вообще. Они в пятером играют, просто очень четко все получается. Молодцы. Реально контроля не хватает. Ну, это ты зря. Там не надо стоять. Сало только глобалка требуется и все. Успею, успею. Глобалка. СФ его поднимет себя? Нет, не хочет. Стоячего, попади же ты. Ой, не туда кинул. Еще Магнус не ультовал, держите в курсе. Мы можем долго тут дефиться. О, зачем ты меня прячешь, Женя?
стрельба дерьмо конченая. Лотос, понимающий. Thank you.
Сларк, ну что ты делаешь? Ну это минус ХГ нам сейчас, минус трон просто будет. Бей его! А, блин, КД. Д файте. Нет, это иллюзия. Вот этот настоящий левый. Рипера ему. Хорош. 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 В меня РП просто чел дает. Блин, я не знаю, мне Юл нужен. Ужас просто. Сало снимать. Сало снимать надо. Просто сало снимать надо. Я, если честно, так уже устал это дерьмо играть, рили. Там, блин, там такие неприятные персонажи. Омник плюс Вивер. Просто 60 минут потного дерьма. Реально некомфорт. Очень слабо отыгрывается. Ждите, ждите всех, плюс СФа нету, СФ без ББ, если что, сейчас можем изи закончить. Релизи закончить можем. Пудж, блин, хз, тут Сларк вытаскивает на своем имбалансе, и я просто мозги им делаю, и все. Больше тут ничего не происходит в этой игре. Сларк резцы, го! Гем там, ну гем омника. Есть 28 секунд, СФ резается. Байбека нет. Это очень плохо. Они все на ХГ ушли просто. Ребята. А, рефреш. Рефреш. Уже фул хп там, ёпт. Да беги, пожалуйста. У нас времени мало. У нас времени мало. Да я да за деф, а не парьтесь. Они не запушат. Я не дам просто.
кажется, он не один будет. Хекс есть, нечего бояться, в принципе. Угу. Шива на крипов работает. Но это наше все. Надо их кого-то найти и овнить. Кого-то искать, находить и овнить, потому что так варианта нету. Рошек есть тоже, да. Боже, безусловно. Опа, SF стоит. Есть, хорошо. Троих. Еще. Боже. Сейчас, держись. Окей, мне одну кнопку нажать только. Рефрешеры эти. С этими рефрешерами. Не знаю, мне тоже бы рефреш надо. Там все. Там КД все. Сейчас бы пойти. Там жесткие ульты. Там просто ультимейты, которые все перекрывают. Это ужас. Жесткие ульты. Ушел разминочно. Сразу на ТП сейвился. Как реально, я вам отвечаю, как топ ТБшку играешь. Только куда ни пойди, сразу идут сейф ТПшки. Типа, ну я и так накосячу, а в любом случае я там соло никого не убью. Типа, рили. Надо правде в глаза смотреть. Я тут в этой игре вообще никого не могу убить. Хорошо. Сейф контроль потерял. РП. Понимаю. Сейчас на пуджа. Под сейф будет. Сейчас, живи. Живи. СФ, ну не сопротивляйся. Кого дальше зацепим? Сало где-то тут шел, а, прогулялся. Ни одного санстрайка, ни одного вообще никакой. РП он меня ставит.
25-62. Да, мы что-то не знаю, но очень тяжелая игра. Некор тут выиграл со Сларком. Дерьмо. Дерьмо, а не игра. Боже, что за дерьмо? Ни одной кнопки нажать не мог нормально.